Ситуация на пропускных пунктах между Донецкой Народной Республикой и Украиной остается неизменной. Открыты 4 КПП. Министерство транспорта Донецкой Народной Республики сообщает, что по состоянию на 14 декабря текущего года на территорию подконтрольной Украине осуществляется выезд через 4 контрольно-пропускных пункта. Граждане ДНР могут выехать через КПП Георгиевка и пропускной пункт Зайцево в Артемовском направлении в сторону Майорска, а также через КПП Гнутово и Новотроицкое в сторону Волновахи. В связи с транспортной блокадой со стороны Украины осуществляется проезд только легкового транспорта. Другие виды автомобильного сообщения по-прежнему невозможны.